Федерация профсоюзов Беларуси уделяет большое внимание не только охране труда на предприятиях и в организациях, культурной составляющей жизни рабочих, но и физической активности. Профсоюзный молодежный спорт укрепляет свои позиции на Брещине. Например, открытая республиканская спартакиада по легкой атлетике, которая проходит в эти дни в областном центре. В республике 112 профсоюзных спортивных школ, где занимается более 45 тысяч молодых людей. И у нас все образование, вот это все воспитание бесплатное, и дети с удовольствием занимаются на наших спортивных объектах, на арендных объектах, потому что сегодня Федерация профсоюза уделяет очень большое внимание вот именно подрастающему поколению, чтобы дети как раз пошли в спорт, и они пошли не только в свой спорт, а здоровье нации – это прежде всего. И начинать надо с детского возраста. Участие в спартакиаде объединило более 340 воспитанников профсоюзных спортшкол. Юным атлетам не более 15 лет, однако среди них есть уже и те, кто представляет интересы страны на международном уровне, члены сборной команды. Примечательно, что 47 спортсменов Брещины включены в составы национальных команд Республики Беларусь по легкой атлетике. Все это выпускники и учащиеся Брестской областной центральной СДЮШОР профсоюзов по легкой атлетике. Цифра весьма показательна для профсоюзного спорта. Наши выпускники, это же Эльвира Герман, чемпионка мира, Жодик Маша, это призер вот буквально недавно турнира в Хельсинки, в Финляндии. Также у нас много спортсменов, которые входят учащиеся в национальную команду, в различные составы. Поэтому это большая база для спорта высших достижений. Как и каждый, наверное, спортсмен хочет попасть на Олимпиаду, золото завоевать, так и я хочу такого же. По-моему, лето – это самое лучшее время, чтобы тренироваться. И соревнования – гораздо лучше условия здесь, потому что с ветром, вот сейчас мы будем с ветром прыгать, и это гораздо удобнее, и результаты тебе это прибавляют. Международный турнир памяти мастера спорта БССР, заслуженного тренера Республики Беларуси Виктора Алексеевича Конаха, несомненно, означает не только приобретение спортивного опыта, но и знаменует дань памяти знаменитому земляку. Является основателем этого вида спорта на Брещине и подготовил чемпиона СССР, за что и получил заслуженного тренера БССР. Также все сейчас действующие тренера являются его воспитанниками и продолжателями этого дела. Как бы на данный момент Брестская школа является лучшей школой в Республике Беларусь. Все официальные старты республики мы выиграли. Развить профсоюзный спорт в стране, повысить мастерство и соревновательный опыт участников, а также привлечь как можно больше молодежи к профсоюзному спорту – первостепенные цели многочисленных профсоюзных проектов. Безусловно, за этими начинающими и уже опытными мастерами будущее спортивной Беларуси. Ведь сегодня, несмотря на юный возраст, молодые люди показывают достойные результаты, но что самое главное, они увлечены. Я уже как год занимаюсь, и вот достигаю результатов хороших. А чего ожидаешь от сегодняшних соревнований? Ну, хочу лучше из лучших быть. Виктория Саченко, Эдуард Бакунович, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БукТВ.